врачевание не только изнутри, но и снаружи. Пчелиные уколы и медовый массаж. Медики и салоны красоты предлагают процедуры апитерапии от белгородских пасечников. Из книги в реальность воспитанники Новоскольского военно-исторического клуба восстанавливают события 400-летней давности. Путешествие во времени начинается на южных рубежах Русского царства, на Белгородской засечной черте. Белгородский фотограф Анатолий Бурьбо представляет персональную выставку. Некоторым работам уже около полувека. Кто-то на них с трудом узнает себя, кто-то вспомнит образы старого Белгорода.